Всем привет! Данный видеообзор подготовлен специально по заказу рыболовного интернет-магазина fmagazin.ru. На обзоре удилище от производителя Premier, называется оно Пол. Это телескопическое маховое удилище из облегченного стекловолокна. Оно действительно довольно-таки легенькое такое, и оно, естественно, без колец. Выпускается оно в различных длинах 3, 4, 5, 6, 7 метров. В данном случае длина 5 метров и вес 358 грамм, что вполне себе, я думаю, неплохо для такого солидного удилища. Раньше 5-метровки весили явно побольше. Это, можно сказать, моя такая первая легкая удочка, уже современная. Естественно, что это, можно сказать, сверхбюджетный класс, ну и она уже выполнена в очень хорошем в таком стиле. Вставляется в целлофановом пакетике, имеется наклейка. Удилище Premier Пол без колец, телескопическое. Выполнено в таком вот матовом стиле. Выглядит очень и очень симпатично. Серый цвет. Может быть, даже не будет при рыбалке пугать рыбу. Многие производители частенько делают различные яркие вставки на своих удочках. Здесь же все простенько. Логотип фирмы. Еще один логотип фирмы Fishing Pole. Сверху имеется заглушка, которую нужно снять перед началом рыбалки. И вот так вот выдвигается наша удочка. Имеет она средний строй, что поможет при вываживании крупной рыбы. Она будет смягчать ее рывки, и можно использовать с тонкой леской, не боясь, что рыба вам ее порвет. Очень легко держать на вытянутой руке, а она абсолютно не ощущается в руке. Я думаю, что даже можно было брать и 6-метровку. Я боялся, что будет все равно тяжеловато, но нет, все очень и очень удобно. Как вы видите, что она может быть даже не среднего строя, а уже ближе даже к медленному, но я думаю, что с ней все должно быть без проблем. Подсечки, интересная удочка. Крепление лески происходит за самое последнее колено, там есть небольшая петелька. Естественно, что вся леска для данной удочки будет перевозиться на отдельном мотовиле, который примерно подбираем по длине удочки, и на кончике есть небольшое крепежное колечко, к которому все это и привязывается. Колечко надежное, я думаю, тут никаких вопросов нет. Вполне себе остался доволен данной покупкой. Я думаю, что по мирной рыбе в этом году я с данной удочкой отлично оторвусь. Ну а на этом обзор удилища Premier Fishing Pole подошел к концу. Всем спасибо за внимание. Пока!